Долги по микрозаймам, если вовремя от них не избавиться, способны испортить кредитную историю заемщика, а это значит, что в будущем у него возникнут проблемы с оформлением кредитов в отечественных банках. Что делать, если такие долги есть, как узнать сумму задолженности и как ее ликвидировать? Многие люди выбирают микрозайм, а не кредит в банке, так как оформить его значительно проще. Как правило, деньги выдают сразу же после подачи заявки, перечисляя их на карту клиента. К тому же, микрофинансовые организации не требуют справку о доходах, крайне редко проверяют кредитные истории своих клиентов, и процент отказов у них очень маленький. К сожалению, платой за такие условия служит завышенная процентная ставка, а также небольшой срок пользования микрозаймом. Задолженность возникает по нескольким причинам. Подробнее в полном обзоре.